Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В горах порывы до 20. Температура воздуха ночью от 3 мороза до 2 градусов тепла. Местами столбик термометра опустится до минус 8. Днем плюс 2, плюс 7. Местами 8-13 со знаком плюс. Ночью утром на дорогах гололедица. Черкесске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 градусов до минус 2. Днем воздух прогреется до отметки плюс 12. Ночью на дорогах гололедица. С самого детства музыка является неотъемлемой частью его жизни. А недавно он еще и всерьез увлекся театром. Гурам Шереметов – профессиональный музыкант. Он автор и исполнитель собственных песен. И не только. В его репертуаре вся эстрада Северного Кавказа. О начале увлечения песенным творчеством, работе в театре и подготовке сольного альбома в эти минуты в нашей студии музыкант расскажет моей соведущей Бели Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Гурам. Доброе утро. Я рада видеть тебя у нас в гостях. Я обращаюсь к тебе на «ты», потому что мы с тобой давно знакомы, и как-то вот не получалось, как говорится, тебя заполучить к нам в гости. Ты все время как-то скромничал, не хотел, хотя я считаю, что ты, скажем так, хороший музыкант, хороший певец, потому что ты учился музыке профессионально в Институте искусств. Значит, музыкой ты увлекаешься с самого детства. Да. Вот расскажи нашим зрителям, откуда у тебя такая любовь к музыке? Как вот это увлечение началось? Ну, всем доброго утра. Как говорится, музыкой-то с рождения, можно сказать, я занимаюсь. Вообще семья полностью музыкальная. И папа, и мама, и братья, они на чем-то играют, как-то поют. Ну, они тоже так скромничали, не выходили вот так на сцену. Так. С раннего детства, прям даже можно сказать, с садика я уже выступал. В школу, в школе полностью, любой хор, любое мероприятие. Пели, танцевали, там была у нас группа еще, инструментальная группа. Это у тебя в крови? Да. Да, я очень люблю культуру, я очень люблю эстраду и театр, полностью все люблю. Как-то так получилось, что занимались музыкой. У нас был преподаватель в школе, Байрамкулов Шабаил Сарафилович. Вот много чего он нам сделал, поставил точку. И как-то получилось, закончили 11 класс, поступили в Институт искусств. И после этого отучились, приехали. Чуть-чуть промежуток был. Это все прошло, почти, можно сказать, ушел с культуры. А потом как-то подумал, почему бы нет, я не хочу терять свое, это мое. Назначение, да. Призвание. В каких-то других жанрах ты себя пробовал, кроме эстрады? Конечно, пробовал. Я еще занимаюсь, увлекаюсь, можно сказать, театром. Я еще актер. В Народном театре играю, в Государственном Абазинском театре играю актером. Бывают также и главные роли попадаются. Например, 3 года назад или 4 года назад, что ли, мы поставили «Золушку». Мы перевод сделали, и я там играл короля, чудовище, красавица, главную роль Гастона играл. Тоже получается очень даже хорошо. Гурам, ты можешь определить, что тебе больше вот на данный момент нравится? Театральное искусство или песенное? И то мне очень нравится. Я и там себя вижу. Но, тем не менее, больше к эстраде. Ну, ты не планируешь записать свой альбом? Ну, думаю, конечно, очень даже думаю. Ну вот собственными песнями почему не записать альбом? Как бы ты его назвал? О, я, честно сказать, даже и не думал. Честно,
Ну, у тебя будет время для размышлений. Да, да, будет время это все сделать. Будем ждать твой альбом. Я желаю тебе огромной творческой удачи и спасибо, что ты сегодня был гостем нашей программы. Спасибо тебе. Спасибо. До свидания. До новых встреч, как говорится. Спасибо нашей гостиной. Ну а наш информационный эфир в 9:00 продолжит вещание на черкесском языке. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». До 40% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама», первый этаж.